написано: «Иисус ответил: „Я путь, истина и жизнь. Никто не может прийти к Отцу иначе, как через Меня, посредника вашего. Если Меня знаете, будете знать и Отца Моего. Да вы и знаете Его уже, и видели вы Его». Господь прошел очень непростой путь здесь, на земле, и у нас бывают разные сложности и трудности на нашем пути, но Господь всегда рядом с нами и ведет нас по каждому обстоятельству, которое нам кажется неразрешимыми, а Господь это всегда может все в лучшую сторону всегда решить. Давайте также прославим Его за это. Освящение, коего имеем мы, не из тех, кто не знает сострадания к нам в слабостях наших. Нет, он ведь и сам был искушен во всем, подобно нам. Правда, не согрешил он при этом. Потому без страха приступаем к самому престолу благодати, чтобы принять милость Божию и обрести благодать Его в помощь всякий раз, когда мы нуждаемся в ней. Прославим Господа. Глубокий Бог,
выше далеких звезд. Как драгоценный дар земной земля. Милость Господь твоя. Обратимся к Господу в общей молитве. Господи, Отец Небесный, мы благодарим, что Ты позволил нам сейчас здесь собраться, что Ты наполняешь нас Своим Духом Святым, что Ты освящаешь это место и это время. Господь, мы благодарим Тебя за субботу, что Ты подарил ее, чтобы мы остановились в суете этих дней и могли посвятить время Тебе и задуматься о Твоих истинах, о том, что Ты нам говоришь, о том, какой путь Ты нам показываешь и помогаешь нам идти по нему. Господь, Ты наполни сейчас мудростью, благослови, чтобы каждый мог понять и осознать истины, которым Ты нас учишь. Благослови успокоиться и внимать голосу Твоему. Прибудь здесь рядом с нами сейчас и учи нас. За все мы Тебя благодарим, Господи, во имя Иисуса Христа, молитвы наши. Аминь.